Брал с собой прибор писательский. И мое маленькое тщеславие человеческое просто, о, ты что-то, но оставил себе. Хемингуэй, вон с каким шумом расстался с жизнью. Плеханов, он лежал спокойно и уговаривал свою супругу, не плачь, куда я денусь, я просто перейду за нос своим другое. Знаете, кто каков будет? Я много работал в экспедициях, трагические пути всякие бывали. Вот сегодня мы играем в футбол, волейбол, а на завтра друга привозят в мешке расчлененного. Вот так вот резко прям. И другой случай. Кто как умирает и кто что оставляет. Одни оставляют впечатления, а другие оставляют память. И вот у меня на памяти... как нечаянно получился, извините. Человек, простой человек, выпивоха. Сердце стало подводить, его положили в больницу. Он уже понимал, что умирает, но ребята наказали принести бутылку. Он к этому привык. И он в своем понимании ушел достойно. Выпил стакан и умер.